Всем привет, вы на канале Star Money. Сегодня мы подсчитаем общую стоимость недвижимости Дмитрия Медведева и сравним ее с его официальной зарплатой. Погнали! Я пару роликов назад упоминал уже о TrustBet.com. Данная компания занимается заработком на вилочных ставках. Это вам не кейс, и проиграть вы тут в принципе не сможете. Вся инфа есть у них на сайте. И собственно я опять решил сделать депозит на 7 дней, только уже на сумму 130 тысяч рублей. Из них я заработал 146 тысяч рублей, а также 2 тысячи мне начислили за реферальный бонус. В общем, давайте попробуем вывести эти средства. Выбираем платежную систему Kiwi, вводим нашу сумму и заказываем выплату. Все, средства пришли в течение 30 минут. Ссылочку на TrustBet я оставил в описании. Итак, Медведев владеет следующей недвижимостью. Это усадьба на Рублевке, дача в Психако, имение в Курской области, квартиры в Санкт-Петербурге и дача в Плёсе. Оценочная стоимость каждой из них соответственно 5 миллиардов рублей, 7 миллиардов рублей, 750 миллионов рублей, 1 миллиард рублей и 20 миллиардов рублей. Итого в сумме 33 миллиарда 750 миллионов рублей. Официальная зарплата председателя правительства Российской Федерации на 2016 год 512 тысяч рублей в месяц. Чтобы накопить такую сумму, Медведеву потребовалось бы 65 918 зарплат. На это бы ему потребовалось 5493 года. Но как мы знаем, люди столько не живут. Сейчас Дмитрию Анатольевичу 51 год. Чтобы столько накопить, ему бы потребовалось прожить 108 таких жизней. А теперь давайте посчитаем, какая должна быть ежемесячная зарплата, чтобы с самого рождения к 51 году накопить такую сумму. 55 миллионов рублей в месяц, при этом не тратя ни копейки. Делайте выводы сами. Всего хорошего.